41. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый. Все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстрелять». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирай». «Как смертельно этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть». Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, спасайся! Ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил. Не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловит и махнул перчаткой: «Расстрелять». Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят с венцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедший на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночком, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.